Здравствуйте, в эфире ранняя программа для тех, кто встает поздно, утро в деталях. И с вами, как всегда, ее ведущий Алексей Марков. Календари бывают разные. Если говорить о календарях, то есть астрологический, посевной календарь, календарь друидов, а есть еще музыкальный. Если в него заглянуть, то этот день, среда, 13 апреля, отмечен такими интересными фактами. В 1883 году родился Александр Васильевич Александров, композитор, дирижер и педагог, организатор и художественный руководитель ансамбля песни и пляски Советской армии. В 1948 году родился Михаил Шуфутинский. В 1952 родился Александр Кутиков, гитарист группы «Машина времени». И в 1962 году родился Хилл Словак. Это гитарист группы «The Red Hot Chili Peppers». В этот же день, в 1967 году, в Варшаве состоялось первое выступление за железным занавесом группы Rolling Stones. И действительно, музыка в нашей жизни занимает огромное место, и именно поэтому каждый день программа «Утро в деталях» начинается с музыки. Голливудских фильмов, среди которых последний хит к фильму «Гладиатор» принес ему в 2001 году премию «Золотой глобус» в номинации «За лучшую музыку». И вновь в эфире программа «Утро в деталях». И у нас в студии сегодня мировая знаменитость, человека, которого практически не нужно представлять, маэстро Джован Гаспарян. Доброе утро. Здравствуйте. Как вы долетели? Хорошо? Нормально. Вы часто бываете в России? Да. Выступаете? Последние из 99-го. Последний раз были в 99-м? Нет. Из 99-го я часто бываю. Ага. А до этого вы не могли приезжать? До революции я много раз ездил. Весь Советский Союз ездил. Угу. Весь Россия, в общем-то. А до 83-го года. Угу. После 83-го года я в Москве не был. И трудно было? Не то, что трудно было. Я был в Америке, жил там, и там, в общем-то, были истории такой. Угу. Ну, а скажите, у вас много было инструментов вот за всю вашу жизнь музыкальную? Конечно. А не жалко расставаться вот с теми, которые сломались? Я не знаю, или... А, нет. Я очень осторожен, очень мягко отношусь к инструментам. Я очень люблю свои инструменты. А вы никогда не пробовали самому вот взять и сделать его? Нет? Ну, 80% я делаю. Сами делаете, да, все-таки? Конечно. На токарной станок они тачат, и потом я остальные
строй, в общем, дырки, все это я строил, потому что другие не могут так. То есть есть разница в покупном дудуке, конечно, да, и тот, который делает конечно, своими руками? Большая разница. Ага. В одном интервью, в одном из интервью я прочитал, что, причем старое интервью, что вы собирались сделать концерт с Шер. Да. Это удалось? Или сейчас это все еще, или нет, это трудно делать? Нет, с Шер мы не могли, потому что я был в другом месте занят, она в другом месте, и ага. мы не смогли. Ага. Ну, с Стингом работали. Питер Габриэлем, Лайни Ричи. А вот чем вы объясните такой интерес таких тоже известных музыкантов? Ну, они любят очень меня. И дудук любит, и меня любит, в общем-то. А у вас есть ученики? Есть, конечно. А много сейчас хотят играть на дудуке? Очень много. А много ли могут? Ну, есть, которые могут, есть, которые не могут, постараются играть. Ну, у меня учеников много в Италии, Германии, Америке, Испания. Испания больше любит. И Япония. Токио у меня 4 учеников. Они очень известные музыканты. Да. Давайте посмотрим сюжет о том, как прошел концерт Джованна Гаспаряна у нас в Твери. И это уникальное событие. Вот о нем наши корреспонденты вам сейчас расскажут. Небольшой зал. Зрители, зрители, зрители. Все собраны и напряжены. На сцене маэстро, человек-легенда, Джован Гаспарян. Зал приветствует его стоя, а он искренне рад своему слушателю. Дудук, инструмент, на котором играет Джован, звучит одновременно тоскливо и чарующе. Протяжные пассажи, зачастую играемые безо всякого аккомпанемента, переносят слушателя на рандеву тет-а-тет с горами и 2000 лет истории. Музыка, исполняемая Гаспаряном, гипнотична по своей сути. Она заставляет выстраивать в голове всяческие образы и картины. Не зря то, что делает Джован, пользуется такой популярностью у западных музыкантов и ценителей хорошей музыки. В наше время мало кто исполняет этническую музыку такого качества и способную на такое эмоциональное воздействие. И вот зазвучал дудук. Возникло ощущение прикосновения к истории. К истории Армении, мира, вселенной. Под его звучание хотелось молиться, думать о вечном и любить весь мир. И вновь мы в студии. Я напоминаю, что в гостях у нас маэстро Джован Гаспарян. И мы по уникальной возможности имеем счастье с ним общаться и разговаривать о музыке. И вопрос, который я хотел задать, о современной музыке. Сейчас дикое количество появляется новых исполнителей, вариантов какой-то музыки, да? Это весь мир сейчас так. Особенно Россия, Армения, в общем-то. Короче говоря, Советский Союз, когда был, вот очень неинтересно. Неинтересно? Неинтересно. Редкие певицы есть, которые нормально поют. Остальные — это цирковой номер, и там нет пения. Я не принимаю вот такое искусство. Искусство должно быть настоящее. А это не настоящее искусство. Есть, конечно, есть сейчас хорошие исполнители, хорошие артисты, и большинство плохим вкусом поют. Голос есть, но поют невкусом. А вот если, допустим, такой невкусный, да, неинтересный исполнитель предложит вам записать с ним музыку? Нет, я не могу. Откажетесь? Конечно. А кого вы считаете вкусными и интересными? Хотя бы одного человека можете назвать? Ну, я Борисом Гребенщиковым очень... Я люблю его песни. Нормальный поет человек. Пение — это...
Оперный певец только надо голос показать, что он имеет голос. Да. А эстрада надо петь. Угу. Не кричать, а петь душой. Чтобы человек понял, что это песни. Не то, что кричал голос. Голос, если кричит, куда идет, сам не знает. Угу. Эти песни, которые они поют, только они поют, могут петь. Угу. А народ не может петь. Не может петь. Потому что страшная фраза, я не говорю, не все. Текст, да, плохой? Конечно, плохо. В общем, невкусный. Большинство поют некрасивые. Ну вот одним из мотивов рекламной кампании перед концертом, да, было то, что вы записывали саундтрек к фильму «Гладиатор». Да. Да? Это как случилось? Очень просто. Они мне знают. Оливуд не очень хорошо знает, все артисты знают меня. Почему им именно Дудук понадобился? Да, вот они очень любили, даже мне сказали, что это сердце фильма. Ага. Это душа фильма. Когда я играл «Гладиатора», там им очень понравилось. А вам они дали... три месяца искали меня, не могли найти мне Ханс, композитор. Звонил Питер Габриэль и сказал, где могу найти Дживана. А он сказал, а вот Дживан будет завтра, у него концерт в Лос-Анджелесе с Майклом Бруком. И вот они пришли, и мы познакомились, и пошли, записывали. А вам дали посмотреть готовый фильм перед тем, как записать, да? Конечно. Вам он сразу понравился или... Сразу понравился мне. Во-первых, фильм был очень красивый. И его музыка была очень красивой. И потом я играл его музыку, потом он мне сказал, я прошу, Дживан, сыграй по-своему. Импровизация. Я играл мою импровизацию по приблизительно 40 минут. И из этого уже выбрали, да? Да. Они все... Комиссия сидели, и сам композитор решил, что моя импровизация была лучше. Ага. И остался моя импровизация в фильме. А на Дудуке можно все сыграть? Или есть что-то, что нельзя сыграть? Ну, конечно, что-то нельзя играть. Угу. Я имею в виду не технически, а... Ну, и технически, ну, как саксофон играть, я так не могу играть. Угу. Нет возможности. Всего дудук одну октаву и три нота. Угу. Больше ничего нет там. Клапан нет, не клавишный инструмент. Да. Это пальцами играющий губами и душой. А мы душой играем в рекламу на канале СТС. Итак, у нас в гостях, я напоминаю, лауреат премии «Золотой глобус» за саундтрек фильма «Гладиатор» и человек, которого в 2002 году в Германии признали лучшим музыкантом мира, маэстро Дживан Гаспарян. И мы с ним разговариваем о музыке и о том концерте, который проходил в Твери в субботу. Какие вам больше залы нравятся? Зал? Да, маленькие или большие? Вот. Ну, уютные. Уютные, то есть уютные, больше камерные, да, такие, камерные, да? Конечно, но не больше 3000 места. Угу. А что интереснее, записывать, допустим, саундтрек к фильму или совместный проект с музыкантом, или дать живой концерт? Ну, мне все равно. Я и так. Я имею такую возможность, я играю в любом... Новый диск какой у вас вышел? Когда сам последний Новый был? Новый диск скоро будет. Ну, последний диск был с Майклом Бруком. Ага. Рок. Да, вы там только на дудуке играли? Да. Mm. Я большинство на дудуке играю, потому что я люблю дудук. Uh-huh. Я больше люблю дудук и почти редко играю на кларнете, на азурный играю. А как семья вот у вас? Вы постоянно же в гастролях, наверное, да? Родные как относятся? Ну да, много гастролирую. Мне мало бываю дома. И что, не хочется вот почаще приезжать? Конечно, не устаете от гастролей? Ну, мои дети все живут в Америке.
Да. Там, да, я половину года живу в Америке, половину в Армении. У меня и там есть дом, и в Америке, в Армении есть дом, и мои дети там живут. Ну, с 92-го года. А какие у вас отношения с родиной? Вы в Армении знаете музыкантов, которые тоже играют на дудуке? Конечно, а у них все почти мои ученики. А, я сейчас и живу, у меня дом там, я сейчас строю школу специально для дудукистов. Без родителей, детей, бесплатно. Я хочу учить им на дудуке играть. На дудуке играть. А это будет единственная школа в Армении, да? Игры на дудуке? Да. Нет, есть училище, есть консерватория. Есть. Не мучают? Да. Но училище есть там. Ну, я думаю, что школа это самое верное, потому что пока не проходишь школу нормальной, постановка, и учиться, как играть, это как самодеятельность. Они учатся так просто, не знают, как играть, и каждый для себя играет. Один свадьба, один ресторан, а я хочу, чтобы дети играли профессионально, и концертные музыканты стали. Ну, а вы сами же по интуиции учились? Вы же, у вас же не было школы игры на дудуке? Ну, у меня не было школы. Я мог себе школу сделать. Ага. Моя музыка совсем другая. Я играю совсем по-другому. Раньше играли по-другому. Там раньше мало людей слушали, а теперь весь мир слушает. Я мог это сделать, потому что я очень любил, я добился играть так, что все поняли. Не играть так, что только я понял. Американский писатель первый раз, когда слушал мою, я играл для него концерт в Америке. Он подошел ко мне и сказал: «Диван, твоя игра это не игра, а молитва». Вот так он мне называл. Это не игра, а молитва. И он попросил мне дудук. Я подарил его дудук. Он взялся в Америке, потом пишет письмо мне. Утром встаю, смотрю, дудук молчит, я смотрю, тоже молчу и вспоминаю тебе, твою музыку я слушаю. Вот так, да, очень много, обо мне писали Нью-Йорк Таймс, Лос-Анджелес Таймс, Токио Таймс, Лондон. А скажи, а в чем секрет, не то что успеха, но вот, я не знаю, успешности, да, как... когда получаешь славы очень много, да? Надо же как-то остаться... Я привыкла, я не очень волнуюсь. И никогда я не думал, что я стану хорошим музыкантом мирового масштаба. Никогда я не думал. Я вот получилось, играл, красиво играл. И много репетировал. И я очень много любил... Классическая музыка очень люблю, симфонический музыка, оркестр очень много я слушал, хор. Я работал 25 лет в ансамбле «Песни танцы Армении». И там я воспитывал у Тату Лалтуняна. Потом было время, что я хотел работать у Моисеева ансамбле танцы. Я пришел, значит... Не взяли? Нет, взяли. Наоборот, он очень хорошо принимал, потому что в 1956 году я с ним ездил, 250 человек, первый раз из Советского Союза ездили в Америку. На 3 месяца гастроли. 250 человек. Ух ты. Тогда был большой театр, ансамбль Моисеева, украинский гопак, пекинский хор, Березк. В общем, такой много, большой ансамбль, Нанайский барабан. Из Армении я был. Ну вот под конец программы давайте подведем такую черту и скажем, что больше важно в достижении успеха. То есть какой процент больше, работы или все-таки таланта? Если есть талант, можно не особо не трудиться? Я думаю, или что талант с работой вместе. Ну что больше? Если, вот, если есть талант, а можно ведь не трудиться если совсем. Если нет таланта, сколько хочешь заниматься, все равно ничего не получится. Вот вам совет от Джованна Гаспаряна, как нужно добиваться успеха. Ну, мы заканчиваем, и я хочу вам пожелать только вдохновения и удачи. Всего самого хорошего. А мы с вами прощаемся. Это была программа «Утро в деталях». И давайте завтра проснемся вместе.
Имидж – вот что привлекает внимание. Ты садишься в кресло, и через час ты уже другая. Будь разной, будь собой. Найди свой идеальный образ вместе с имидж-студией Татьяны Пяткиной. Телефон 777-374, Семеновская, дом 1. Молодежные дискотеки и вечера отдыха – все это развлекательный комплекс «Дверь». Внимание! У нас изменился номер телефона 74-003.